Ребят, всем привет, с вами Обзорщик. Продолжаю серию видеообзоров о бирже Probit. И сегодня расскажу, почему и зачем стоит инвестировать в эту биржу, покупать токен Probit. Напомню, сейчас у них идет пресейл, и вы можете приобрести токены с бонусом 10%. Чтобы принять участие в пресейле, нужно зарегистрироваться на бирже, и после этого вы сможете купить токены Prob. Ссылка для регистрации на бирже и участия в пресейл будет в описании под видео. Итак, давайте же поговорим о главных причинах, почему стоит инвестировать в биржу Probit. По статистике, инвестиции в токены криптовалютных бирж являются прибыльным делом. Судите сами и посмотрите на токены Binance, Huobi, KuCoin и других криптовалютных бирж. Все они торгуются гораздо выше от цены ICO. Первое преимущество инвестиций в токены биржи Probit – это то, что биржи зарабатывают как на медвежьем, так и на бычьем рынке. Соответственно, у команды всегда есть деньги, и они всячески будут поддерживать развитие своего токена. Они также заинтересованы, чтобы он постоянно рос в цене. Второй момент – это то, что команда Probit будет выкупать до 50% всех токенов, выпущенных в свободное обращение, и создаст из этих токенов резервный фонд, который будет использоваться только в исключительных случаях. Выкупать токены они будут в рамках своей программы Buyback. На эту программу они будут направлять 20% от своих доходов. В чем же плюс для нас? Так это в том, что токенов Prob будет все меньше в свободном обращении, и соответственно цена на него будет автоматически возрастать. Следующий момент – это то, что токены криптовалютных бирж торгуются гораздо выше цены ICO на данный момент. Это токены Binance, Huobi, KuCoin и других криптовалютных бирж. И те, кто инвестировал на раннем этапе в эти проекты, сейчас получают отличную прибыль. Кроме того, криптовалютные биржи выплачивают дивиденды за то, что вы являетесь владельцем их токенов. Такая система есть у биржи BGGO. У них есть несколько маркетинговых программ для держателей токенов BGGO. Я слежу за этой биржей и хочу вам сказать, что эти маркетинговые программы отлично работают, и на них можно зарабатывать дополнительные токены. Плюс эти токены уже торгуются даже на самой бирже, да, и их можно всегда продать, если вы не хотите ждать роста. Следующая биржа ABCC, у них есть свой токен AT, и у них также есть своя программа, в рамках которой они выплачивают дивиденды за то, что вы держите токены AT, а также за то, что вы торгуете этими токенами и другими токенами, вы получаете различную награду. Ну и на бирже KuCoin есть такая же система. Если вы являетесь держателем токенов KuCoin, то получаете различные дивиденды. На бирже Probit наверняка будет аналогичная программа, в рамках которой они будут награждать своих сторонников и держателей токенов Prob. Еще один плюс для тех, кто инвестирует сейчас в пресейл, это то, что сразу после листинга не будет демпинга цены на токен Prob. Все потому, что в рамках своей баунти программы команда Probit рассчитывается не своими токенами, а токенами USDT и EOS. А это значит, что баунти сообщество не задемпингует цену сразу после листинга на бирже. Я думаю, в сумме все эти моменты складываются в одно большое преимущество, а также наглядно подтверждается статистикой других криптовалютных бирж. У всех токены значительно выросли от цены ICO и успешно торгуются. По всем этим причинам я считаю, что токен Prob имеет большой потенциал для роста. А сейчас в рамках пресейл можно получить еще и бонус 10%. Плюс вы автоматически становитесь участником лотереи от Probit и можете выиграть 10 EOS ежедневно или Samsung Galaxy S9. А другие мои видео о бирже Probit смотрите у меня на канале. Если у вас есть какие-то вопросы, замечания или пожелания, оставляйте их в комментариях, обязательно вам отвечу, буду рад очень их прочитать. Надеюсь, это видео было полезным, ставьте лайки, с вами был Обзорщик, всем добра.